вчера прокачал ХП по кайфу. Я вчера тоже прокачал, сейчас вообще просто бегу. У тебя теперь 200 ХП? Слышите, я красных дамажу, они мимо меня бегут. Ой, там полковник залетел, это алкашников, все забейте. Мы через право сменяем. На кого? Ай. Я красных слышу, понемногу. Там мы с Вики по правой стороне обошли. Сейчас тебя в спину будут обходить этот. Кто стоит у нашего у красного кристалла? Тебе да. Бежит этот. Офицер бежит. Ну, алкашник. Со стороны красных, со стороны. С нашей стороны, с нашей стороны. А, ты просто медик меня пушит. Бежит, бежит. Иди как бежит на красных. Спрятаться. А, не снес он. И рон-то не донат мне, оказывается. Вот если бы была бы скорость, я бы спрятался и выжил. Была бы у нас скорость, мы же бы давно бы красных вынесли. Туда добегали бы за полсекунды. Самое прикольное, что у нас скорость забрали, а гвардии добавили. Ну да, кстати. И добавили? В смысле, да. Как им добавили, все новых и было. Ну, им еще добавили. Чего? 10%, по-моему, если не ошибаюсь. Да, 10. Когда это было вообще? Когда у нас забрали, им добавили. Да. Они теперь вообще как РКшники бегают. Правый фланг вообще тут все чисто. Все, снимаем ему опять скорость, нам добавляем. Хуяли, им 10% добавили. Мы так нормально. А по мне сейчас кто-то стреляет. Слева обходят. Справа вообще все чисто. Снял РКшника. Надо красный фланг запустить. Ага, вон офицер чей-то бежит, блядь. Там полковник. Убили, его сняли, его убили. Бежим, аудио. А, это вы? О, давайте. Поможете нам вот этого полковника, или кто этот? Там на горе есть. Какой-то. Мне показалось, или у него АИМ, прям, короче, мне прям в голову прям идеально шмалял с далекой дистанции, прям пиздец какой далекой. Ну, что у них со снайперка у них там есть? Всё, тут нет никого поблизости. Давайте пушим. Если у них есть ДТ-29, им вообще по барабану. У них ДЛТ-19, у капитана. Инжир, давай, я пробегаю. С него, наверное, попадают. Там наверху сидит РКшник, куда я стреляю. Все, ты его убил. И кто-то другой его убил. В смысле? Он жив, он стоит. А, да? РКшник. А вон он. Ну я сдох, кстати. Меня спином не стрелял. Там медик сидит под кристаллом, если что. Наш. Блять, что за тайминги ловят? Под кристалл быстро залазьте, под кристалл. И медика Бакту попросите. Медик вообще, все, АФК, если говорю. В смысле АФК? Он вот под кристаллом красным сидит, стреляет. Это адмирал бывший ПК. Нормально, стреливайте. Да нормально, потиху, парни. Сейчас это все выиграем. Сейчас разрулим ситуацию. Сколько вообще нас? Нас уже дофига. Нас даже. Да, нажми подразделение, человек 10 даже больше. Ну человек 15 точно. Прав вообще нет никого, типа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько еще. Там на горе кто-то сидит. Можешь убить трэш. Yeah. Ой-ой. Ну вот, это горе. Ранние пташки. 41-е ранние пташки. Вот нет никого, его убили. Либо я вижу, его убежал. Короче, рядом с красным кристаллом их там штук 7. Ничего страшного. Бля, ничего ломаем. А я кашника снял. Медик, у вас медик есть? А, я медик. Медик. Где он тогда? Я что-то его не видел. Он у кристалла. Он откинулся. А, на горе на 105 сидит медик. Дефает. Только сейчас. Убил. Там еще один медик. Давайте, это наш шанс захватить. Да, бегите, там только один чел на горе. Я его цель убил. Походи. Там еще один бежит. Ебать ты снайпер, еще. Конечно, трэш. Не знаю, с Валкина как-то. Я только пятерых уже убил. Блять, я много сейчас надамажил красным. Неплохо. На горе, где РКшник убил одного. А все их мы зажали, они не могут выйти со спавна. Только на спавне не убивайте.
А так нормально. Не убивайте их пока что на спауне. Видишь, что они через фугу нам делают? Пусть они со спауна. РКшник. Да, РКшник снизу убил. На горе. Я РКшника, короче, убил через листву. Да, плохо. Но на горе остался такой один. Ага, офицер подходит, короче, к вам. Гвардеец. Зефинг? Возможно. Только у Зефинга некому. Только Зефинг у них. Не, меня алкашников убил, но это значит 212. Алкашников 212. Под кристалл 212. Я кристалл стрелял, потом меня вышло. На спавне жмут пацаны, вы чё? Кто? Нашего убили на спавне. Наверху стоят зелёные, это первые. На горе стоят, три спавна. Я шмаляю. Я его три раза накосил. Убил. Там ещё один есть, надо его снять. Там ещё один вдалеке, это же. Сейчас к нему подойду и расстреляю его. У нас вообще 4 кинда прям нормально наносит этот урон по красному кристаллу. Ой-ой-ой. Все, снял этого зеленого. Там кто-то. Это легко, в спину зайти и застрелить, это как не. Наши на горе сидят у красных. Ой, зеленый. Давай. Так вам РКшник бежит, ну все, один скид. И второй. Ну, мы с Саутом подобрали. Тешек, вот видишь, ты... Вот что делать с этим лидером. Вот что с людьми делает подарки. Трак Росси, ты 4 раза попал в РКшника на горе. Как это же нет? Там просто живет. Представь, люди же тихо. А вот не тихо. А это тихо слышно? Да. Только один РКшник. Нет, двое скелетов еще есть. В смысле, скелеты капитана? Он вообще капитан. Его сбили вроде этот, его с какого там. Я сейчас красных выясню. Так, я снял РКшник одного. Ломать. Короче, давайте все, последние силы вообще на всех. Убили РКшника на горе, все, давайте. Сейчас зажимаем, пацаны, зажимаем кристалл. Все, легкая победа, в принципе. Ну, господи, ну, как бы... Столько пилов в современном никогда не делал. Я не знаю, как они проиграли, у Зеленых вообще были 501-е ПК. Забей, там РКшник просто сидел на горе, не знаю, что он тупил. Они жесткие смоктульки делали эти ну, обрусы. Не, на самом деле, РКшник там снайпер у них, так что... Главное, чтобы после всего вы сейчас все не поливали, вот, главное. Да, кстати, мне надо это... рапорт и это что-нибудь... Рапорт написать 5 минут, подожди. Нет, 10 минут я пишу, ты забыл? 10 минут я пишу. Я за минуту его могу написать, чё? А я за 30 минут могу написать. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, в принципе. Бля, а я что такое? Другого рапорта. Ctrl-C, Ctrl-V, другого рапорта, и просто вставляешь. Вы шутники, парни. Да, мы такие. Блин, жаль, не симуляция сражений была. Обидно, я бы сейчас пробовал свою. Я бы тоже бы сейчас попробовал. А симуляция сражений, я бы страдал жизнью. Хотя, в принципе, я и так нормально сейчас развиваюсь. Где симуляция сражений? Четвертый день подряд нету ее.